Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Угадайте, где я вчера был? Я ездил к мощам преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру. Сейчас в это святое место можно добраться на поезде или на машине, а в старину наши предки ходили туда пешком. Они проходили десятки и даже сотни километров, чтобы поклониться угоднику Божию и спросить его помощи, помолиться у святых мощей. Сегодня мы начинаем читать повесть об одном таком паломничестве. Повесть эта называется «Богомолье». С ее героями мы уже знакомы. Это и добрый старичок Горкин, и мальчик Ваня, и его отец, и многие другие. А, кстати, знаете, кто написал эту повесть? Ведь мы уже знакомы с ее героями. Тот самый Ваня, когда вырос и стал писателем Иваном Сергеевичем Шмелевым. Это дорогие воспоминания его детства. Давайте же скорее начнем читать. Начало лета, самый разгар работ. И отец целый день на стройках. Ранним утром солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин. Чего-то ему надо. «Что тебе еще?» – спрашивает отец тревожно. «Какой еще не залад?» «Да все, слава Богу, ничего. А вот хочу вот к Сергию преподобному сходить, помолиться. Взад-назад». «Так вот тебе в самую горячку и приспичило. Помрешь до успения, погодишь». Горкин идет расстроенный к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, и спрашиваю все то же, возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена полинявшая картинка «Троица Сергиевой лавры». И ворчит. «Нет, меня не удержите. К Серге Троице я уйду, к преподобному уйду. Все я, да я, и без меня управитесь. Как раз самая пора, теплынь. Народу теперь по всем дорогам. Нет, меня не удержите. А меня... «Меня-то обещал ты, а?» – спрашиваю его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. Он даже и не глядит на меня. Вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок заплечный. «Это вот возьму, и это возьму. Две сменки, да, еще рубаху расхожую, и причащальную возьму, а то на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики с чайком попить. Дорога-то дальняя. Тут, стало быть, у меня чай, сахар, ножичек, лимончик, бараночек возьму на дорожку». «Нет, меня не удержите. А меня-то пустят меня с тобой, а?» У меня душа разрывается, а он говорит и говорит, и все укладывает в мешок. Что б ему такое сказать? «Горкин, а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?» Спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю. Он поднимает голову и говорит нестрого:
Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила. Я тебе не рассказывал. Ну, ломали мы дом на Пресне. Нашел я на чердаке старую иконку. Ту вон. Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу. Дай, думаю, поутру погляжу. Какая царица небесная? Лик-то не видать. Только покрестился. Локотком потереть хотел. Как загремит все, ничего уж не помню. Взвило меня в пыль. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках. Все покорежено. А над самой, над головой у меня здоровенная балка застряла. В плюшку бы меня прямо, о какая! Ребята наши, значит, кличут меня, слышу, Панкратыч, жив ли? А на руке у меня царица небесная. Как держал, так и чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка. Вот ты чего подумай. Два яруса летел с хламом. Вот ты чего подумай. Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки. Ну, чего ты расстроился, а? Что ухожу-то? На доброе дело ухожу. Никак нельзя. Вырастешь, поймешь. Самое душевное это дело на богомоле сходить. И за тебя, милок, помолюсь, про свирку выну. Хороший бы ты был. Здоровье бы тебе Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться? Дорога дальняя, тебе не дойти. На машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался? Я тебе не обещался. Ну, пошутил, может? Обещался ты, обещался. Тебя Бог накажет. Вот посмотри, тебя Бог накажет. Кричу я ему и плачу, и даже грожу пальцем. Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать. Ну, что ты такой настойный, самондравный? Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покатим с тобой по дорожке по столбовой. А что ты думаешь? Папашенька добрый. Я его вот как знаю. Приезжает отец. Что-то сегодня рано. Кричит весело на дворе. Все к Ботвине, да поживей. Там у меня в кулечке. Разберите. И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко. Горкин, старина, иди с нами, ботвинью есть. Ну-ну, мало что ты обедал. А ботвинья с белорыбицей не каждый день. Не церемонься. Все едят весело, похрустывают огурчиками, хрящами, хру-хру. Отец все чего-то улыбается. Чего-то улыбается. «Так к преподобному думаешь?» – спрашивает он Горкина. «Желается потрудиться. Давно собираюсь», – смиренно-ласково отвечает Горкин. «Как скажете, ежели дела дозволят». «Может, и мы подъедем», – говорит отец. «Давно я не был у Троицы. Мы-то на машине, а его уж...» – глядит на меня отец, прищурясь. Бог с ним, бери с собой, пускай потрудится. С тобой отпустить можно. Верить, не верить, уж будьте покойны, со мной не пропадет. Радость-то ему какая, радостно отвечает Горкин. Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю. Кривую на подмогу потащится, устанет, поприсядет. Верно, брат, всех делов не переделаешь, и передохнуть надо. Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча. А что я тебе сказал? Папашенька добрый, я его вот как знаю. И опять растекается у меня в глазах, но
это уже совсем другие слезы. Да, это были слезы радости. А как же иначе? Ведь ему разрешили пойти в Лавру к преподобному Сергию. И очень скоро Ваня и Горкин отправятся в путь. И мы тоже обязательно пойдем вместе с ними завтра, когда продолжим читать повесть Ивана Сергеевича Шмелева «Богомолье». До скорой встречи! Храни вас Господь, мои хорошие!